Как оплатить стрим, не выходя из дома? Для того, чтобы оплатить услуги интернет-провайдера Stream, не обязательно идти в ближайший пункт приема платежей. Достаточно всего лишь воспользоваться сетью интернет. В этом уроке мы расскажем вам, как оплатить стрим, не выходя из дома. Для оплаты услуг интернет-провайдера Stream необходимо перейти на сайт stream.ru. Для пополнения баланса вы должны ввести логин и пароль вашего аккаунта, чтобы войти в систему. Для этого нажмите на кнопку «Вход в личный кабинет» и введите данные. Если вы еще не зарегистрированы в системе, то пройдите по ссылке «Регистрация». На обновившейся странице необходимо заполнить регистрационную анкету, указав ваши паспортные данные. После чего необходимо отметить галочкой пункт «С текстом договора ознакомлен и принимаю все его положения» и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После чего вам будет выдан логин и пароль для входа в систему. Для входа в личный кабинет нажмите кнопку «Ок». После этого перейдите по ссылке «Оплата услуг», расположенной в верхней части страницы. На появившейся странице «Оплата услуг» необходимо ввести сумму платежа в поле «Сумма платежа», а после чего нажать кнопку «Перейти к оформлению платежа». На следующей странице необходимо ввести личную информацию, а также контактные данные в разделе «Введите информацию о себе». Следует отметить, что вводимая информация в строках «Имя» и «Фамилия» должна содержать в себе только латинские буквы. После чего в правой части окна введите номер банковской карты, а также ее срок действия и контрольные цифры на карте. После ввода данных нажмите кнопку «Оплатить», и ваш баланс будет пополнен. Таким образом, вы сможете быстро оплатить услуги интернет-провайдера Stream, не выходя из дома.